Добрый день. Сегодня рассмотрим головоломку под названием Corner Master Morphix от компании Chi. Упаковка. Здесь их герой комикса GG. Код товара MFG2056. Ну, стандартная коробочка. Раньше вот просто героя здесь не было. А так, обычная. Из-за того, что головоломка не кубическая, коробка, естественно, мятая. Открываем. Здесь нас встречает инструкция. Пластиковый фиксатор и сама головоломка. Бегло взглянем на инструкцию. Она как раз для именно этой головоломки. Corner Master Morphix Easy Tutorial. По-английски, по-китайски. Ну, пользоваться мы, конечно, не будем. Что же это за головоломка? Я здесь подготовил три других похожих. Одна прям один в один и две наподобие. Это Magic Tower от Xingso, и это фактически копия. Зачем сделали головоломку такой же формы и не особо лучше, я не знаю, решение сомнительное. Ну ладно, бы у них не было такой головоломки у компании Chi, и они бы конкурировали с Xingso, с Movida, Triangle Pyramid и серии простых пирамидок. Есть еще от других производителей менее известных подобные изделия, но понять бы можно было, конкуренция. Но вот эта головоломка под названием Duomo Cube от того же производителя. И по сути это одна и та же головоломка. Смысл одинаковый. И если у вас есть Duomo Cube, который вращается, по нему, кстати, скоро выйдет подробное обучающее видео, то вот эта головоломка Corner Master Morphix вам совершенно не нужна. В ней не будет ничего нового. Название тоже странное, вот Master Morphix обычный 3x3, по форме похожее, но Master Morphix это Shape Mod 3x3, а это все-таки пирамидка. Наиболее одинаковыми являются модели именно Corner Master Morphix и Magic Tower от Xingso. Давайте их сравним, в чем отличие. Если от Xingso это просто цветной пластик, то от Chi это черная основа и цветные пластинки. Издали похоже, что это головоломка из черного пластика с наклейками, но если присмотреться, видно, что это пластик. Соглашусь, выглядит симпатичнее. Да, и головоломки из цветного пластика было бы неплохо делать такие. В том же стиле выполнен Super Eevee Cube, который приехал вместе с этой головоломкой. Также вот этот Crazy Gear. Тоже решение хорошее, отлично смотрится, и из-за того, что это не наклейки, практично. Тут да, плюс. Также у версии Chi есть подшипники внутри, у Xingso нет. Но Xingso изначально вращается лучше, а Chi пока туговато, ну хотя и приемлемо. Форма примерно одинаковая, чуть побольше версия от Xingso. Если вам нужна красота, наверное, да, модель от Chi симпатичнее. Если у вас есть Magic Tower, то это такая же головоломка, ничего нового здесь не будет. Если у вас нет ни одной головоломки из этой серии, то выбирайте то, что вам приятнее, функционал одинаковый. Triangle Pyramid, Magic Tower, Duomo Cube, Corner Master Morphix. 4 разных названия и 4 одинаковых по функционалу головоломки. Давайте перемешаем и соберем. Напомню, что вся вот эта вот серия головоломок пирамидкоподобных — это обычные пирамидки, у которых нет вращения этих маленьких уголков. Это цельный элемент, как будто объединили уголок с центром. И добавились центральные элементы, которых нет на обычной пирамидке. Поэтому головоломка собирается так же, как обычная пирамидка, но в конце надо переставить центры. Давайте соберем. Ну, начнем с красной стороны и правильно ориентируем три красных угла. Между этих углов нужно поставить ребра. Ну, вот одно зелено-красное стоит. Вот сине-красное. Ставим сюда. Те, кто умеет собирать пирамидку, должны справиться без лишних пояснений. Вот этот элемент стоит на месте, но не так. Сделаем пиф-паф. И потом поставим
на место. Вот первый слой собран. Далее на втором слое одна из трех ситуаций для пирамидки. Ну, одно ребро на месте. Вот эти два нужно развернуть. Делаем стандартный алгоритм. И получаем этап пирамидки собранный. И остается переставить центры. Ну, центры берем противоположные спереди и снизу. И делаем три пиф-пафа. Можно так, можно так. Уже много раз про это рассказывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Вот и вся головоломка. Пирамидка, у которой нужно переставить центры. Сомнительное решение от компании Chi сделать дубль своей же головоломки, немного в другой форме, но разнообразие, наверное, хорошо. Я не планировал покупать Corner Master Morphix, но купил по двум причинам. Первая — просто за компанию, так как собирал корзину, мне показалось, она маловато. А другая — я как раз собирался делать подробное обучающее видео по Magic Tower и решил объединить две головоломки в одном видео. Мне показалось, что Corner Master Morphix будет, наверное, популярнее, чем Magic Tower. Головоломки одинаковые, и люди будут искать чаще Corner Master Morphix, чем эту головоломку. Поэтому пусть они вместе будут в одном видео, ничего страшного. Собираются они одинаково, выглядят очень похоже. Что из этого покупать, решайте сами. Симпатичнее, конечно, версия от Chi, но быстрее из коробки версия от Sengso. Хочется чего-то более треугольного — это Duomo Cube. А если нужны какие-то более нежные цвета, то от Мою тоже неплохой экземпляр. Он тоже вращается. Для тех, кто ждет Megaminx от Dayan, скажу, что я про него не забыл. Откручено уже более 500 сборок. Скорее всего, 286 анбоксинг будет про него. 284 будет Super Eevee Cube. Потом, наверное, Crazy Gear, если успею. И как раз 86 про Megaminx. Приехала еще вот такая вот жуткая вещь. Пока буду разбираться, торопиться не стану. Как разберусь, так расскажу про нее подробнее. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.